Нахрен вы тогда здесь тачку припарковали, если никаким макаром на тачке отсюда не выехать? Вопрос довольно интересный на самом деле. Патрошки, это сюда, хорошо. Оп, по кирпичам. Уи! На жопе. Приятно. Смотри, 12 частей по часу, потом ты еще из 12 часов будешь выбирать контента на 2 часа, обрезать плюс лепить, в сутках 24 часа, не 500, бля, не 50, бля. Я понимаю, что надо стараться, но выбери что-нибудь одно, потому что если человек смотрит 2 часов обзор, зачем ему смотреть 12 часов геймплея, ну разумеется и наоборот. Ну почему? Кто-то хочет так, кто-то хочет так, а у меня будет все. Типа с этим, ну, типа из-за этого точнее. Кто-то хочет посмотреть короткую версию, кто-то хочет посмотреть длинную версию. У меня будет все. Но это тяжело, да. Ты знаешь, даже то, что я сейчас делаю, весьма таки тяжело, но... То, что я буду делить серии, это тоже знаешь. Недаром дастся, если честно. Потому что, как ты понимаешь, например, сегодняшний стрим разделять по кусочкам, это тоже займет время. Например, после стрима я не отдыхать пойду. Так что дело такое. Но если получится, если Судзуки правда сможет, то может быть он будет мне делать нарезки, но это не точно. Можешь ты заняться? Я предложил человеку, что я буду оплачивать ему некоторое количество его труда, если он будет делать мне нарезки. То есть я буду еще и за это платить. Как говорится, деньги все уходят в нули. На то, на сё, на это. Дело такое. Ну просто понимаешь еще, к чему это все, братан? Вот закажу, например, рекламу, да? Придет, например, человек, видит он, например, 12-часовые стримы. Как я понял, большинство пугает просто тупо цифры там 6, 12 и так далее. Хоть никакой разницы по сути нету, если стрим поделить на 12 частей, он все равно останется 12-часовым. Если ты хочешь посмотреть его весь, ты все равно будешь смотреть 12 часов. По-любому. Поэтому я никогда не понимал, какая нахрен разница, 12 часов стрима или 12 частей стрима, все равно же время-то столько же остается. Но, как я понял, типа людей реально пугает цифра 12, поэтому положим, я буду делить, окей. Просто чтобы люди, которые пришли на мой стрим, они... Блин, да нахрен вы мне вообще сдались? Я вас даже убивать не хочу, мать твою. Да-да, я делаю ремонт. Ну вот, я снова в деле. Ну, может быть, может быть. Просто, опять же, мне нужно, чтобы эти люди вошли, увидели и остались. А не чтобы эти люди вошли, подумали, ёб твою мать, и ушли. Хоть контент у меня, в принципе, и неплох в целом. Ну, да, через свешно прозвучало, но и все-таки. Но надо делать лучше. Самое забавное, что мне эта колонна даже нафиг не вперлась, блин. Давай. Эта колонна ездит меня и обстреливает так, как будто она мне всралась. Нам просто по пути колонна. О, трамплин. Интересненько. Я первый раз уже в этой игре трамплин. Надо прыгнуть. Это было не так эпично, как я ожидал, честно признаюсь. Поэтому хрен с ним. Там был второй трамплин, но я так понимаю, что он еще менее эпичный, чем этот, поэтому
Пофиг. Так. Ну да, мне придется убить эту хрень, чтобы проехать. Неужели я... А нет, подожди, она у меня уже зачищена. Получается. А, он при этом не считается поднятым. Ах ты ж, блин. Как неприятно-то, а? То есть я его зачистил, но не поднял до конца. И опыта за эту фигню из-за этого я не получил, да? Ну, так лучше. Вот теперь опыта я получил. И бабла. Надеюсь, пятого уровня мне хватит для того, чтобы выполнить все задания и больше не повыешить. Системы активируются. Столбы всегда приманивают людей, ничего с этим не сделаешь, это я уже понял. Возвращайся скорее, Уокер. Я не знаю, сколько еще осталось сюжетных заданий. Я в целом не знаю, сколько еще осталось времени до прохождения. Но судя по тому, что я стримлю эту штуку сегодня уже 5 часов, где-то, наверное, еще часик, может, полтора. Мне так кажется. Потому что, в принципе, я иду довольно быстро. Не то чтобы супер быстро, но, тем не менее, довольно быстро. Хотя, в принципе, учитывая то, что босса я убил с 25-й попытки, то, наверное, быстро. Как мне сказали, что это еще даже довольно мало попыток. Ну что? Мы, наконец, сможем запустить танк-хищник. Серкс 3. Круто. Я могу на него, наверное, что-то повесить. Но это не точно. Уокер, хорошая новость. Хищник готов к бою. Прекрасная и смертоносная машина. Надеюсь, хотя бы она дамажит. Всего одно дело. Найди Джона Маршалла в городе Ствол. У него последний компонент проекта Кинжал. Так точно. Просто я так заметил, что все машины в этой игре. Я все хочу спросить. Ты ведь знаешь про нанотехнические способности? Ну, есть пара тузов в рукаве. Я так и думала, и решила, что тебе понадобится больше. Перехватила тут сообщение от наемника по имени Кром. Он работал на Клега Клейтона. Клейтон, бля, какой я яркий стал, это пипец. Тут целый нетронутый ковчег. Вот только одна проблемка. Саваны перебили половину моего отряда. У меня просто... Иначе инфа пойдет тому, кто отвалился рассеиватель на лампе. Я уже после стрима его доделаю. Из-за того, что рассеиватель на лампе немножко гикнулся, меня стало засвечивать. Удачи тебе. Только что отвалился буквально полчаса назад. Сам по себе, зараза такая. Так, на стрим просто отвлекаться не стану. А вот сюда мне получается. На новой машинке в этот раз будем кататься, и надеюсь, она управляется не хуже предыдущей, а то может быть даже и лучше, хотя это танк, фиг его знает. И может быть, возможно, она даже кого-нибудь может убивать. Тут огромное количество побочных заданий, просто гигантское. Но это такой себе вариант.
Хера себе ты махина, мать твою. А он не разговаривает со мной. Это обидно вообще-то. А чё у тебя? Силовая пушка, крупнокалиберное орудие на вращающихся турелей. На вращающиеся турели выдает залпы энергии. Это моя предыдущая машинка, да? Бляха, она такая маленькая в сравнении с этой. Это так медленно ездит и тормозит, ё-моё. Погоди, а почему ты мне показываешь стрелочку назад? А, нет, нормально все. Это был свой, я его просто толкнул, ну нейтральный, зеленый, я его просто толкнул, и он сдох. Охереть, меня точило. Ёбамбалэйо. И патроны бесконечные, вот это я понимаю, действительно первая тачка, которая дамажит. Все, что я видел до этого, было полным говном, которое непонятно для чего имело оружие. С точки зрения именно дамага. Это поворачивает довольно хорошо. Едет, правда, медленно, наверное, поэтому. И поворачивает хорошо. Перехвалил. Пересука, блядь, хвалил. Да. Плохо поворачивает. Очень плохо поворачивает. Чрезвычайно плохо поворачивает на самом деле. Да, я бы даже сказал, очень плохо поворачивает. Ну ладно. Уехали мы недалеко. И нитро у нее фиговенькое. Короче, это точила такая, чисто медленный реально танк. Тут больше ничего и не добавишь. Но бьет, дай боже. Бум. Да ладно, я думал, ты снесешь этот стол. Господи, серьезно, думал, что снесу. Ничего так. Но у него очень долгая перезарядка в этой хреновине. Мне нравится, блин. С этой штукой можно даже зачищать, по идее, некоторое количество локаций. Это упростит мне задачу. Ничего так. Она еще и кассетная получается. Так, тут надо притормозить, блин. Но ПВЕ определенно станет выполнять полегче. Интересно, торговца убить можно? А, нельзя. В смысле, Твич споткнулся? Что-то случилось с Твичом? Что такое, братишка? В каком плане? Все работает, все хорошо. Или о чем ты? Чего ты меня так пугаешь? В смысле споткнулся? Так, почему моя пуля пролетела сквозь тебя? Я что-то не понял. На-на. Блин, а с этой тачкой мне нравится зачищать подобного рода вещи.
Нихера себе. Я его, блин, полчаса убиваю тогда, когда я просто с оружием обычным, а с этой машины всего 3 пули потребовалось. А как тебя чинить, если тебя вообще можно чинить? Погоди, вопрос-то хороший на самом деле. А тебя вообще чинить можно? Нет, стоп. Ты хочешь сказать, что нельзя, что ли? А как это работает? То есть, типа, если я его сломаю, то мне только новый вызывать, если это вообще возможно? Как-то грустновато. Мне пофигу, ребят, что вы мирные. С этой тачки мне стрелять нравится. Так что ты имел в виду по поводу того, что Twitch споткнулся, братан? А, это была моя тачка. Случайно ее прибил. В смысле картинка встала? Подожди, чат. Стоп, так работает или не работает? Я что-то понять не могу. Нет, так вроде ж работает. И долго она стояла, что-то я не понял. Погоди. Сейчас работает. Она долго она вставала? Где ты, блин, находишься? А, секунд 30-40, ну это еще ладно. Но странно. Схренали. Но 30-40 секунд это еще более-менее терпимо, хорошо. Если что, пишите. Просто когда мне написали, Twitch споткнулся, я проверил, вроде бы работал. А тут что-то вроде... Ты недавно в городе? Давно. Где, блин, проход вниз? Только на лифте получается, что ли, вот на этом? Выходит, что да. Все, работает нормально, хорошо, отлично. Так подожди, а нахрена мне в канализацию? Чё-то я... Странная какая-то поеботня. А мне кажется, я какую-то лажу делаю. А, или нет, подожди. По-моему, кстати, нет, не делаю. Вроде бы туда и нужно было. Но это не точно. Вот где-то на середине получается. Блин, в такой быстрой игре так непривычно, когда так долго спускаешься на каком-то сраном лифте. Я еще даже не уверен, что я все делаю правильно. Но вроде бы как раз именно когда я залезал в канализацию, я с тем чуваком и увиделся после канализации. Получается, мне нужно пройти весь этот путь? Так, тут у нас был ковчег, тут я получил дробовик. Потом я шел сюда, и тут я встретил первого, одного из первых боссов. Какого хера ты тут сидишь, если я вас тут всех поубивал уже? Ясно, они рисанулись. Но мне, в принципе, вы не нужны, если честно. Максимум я тут возьму потрошки. Но раз они рисанулись, то теоретически я иду правильно. Ух, нихера себе!
Серьезно, для чего я все это делаю заново? Непонятная для меня ситуация. Почему-то у меня такое чувство, что я туплю. И мне не нужно было сюда идти. Но это не точно ни хрена. Но с другой стороны, а куда тогда? Погоди, а как? Как отсюда выйти в таком случае, так, чтобы попасть туда, где я еще не был? Здесь я закрывал эту штуку. Понятное дело, что она больше не работает. Поднимался сюда. Ладно. Странно. Очень, блин, странно. Погоди, а может... Не понимаю. Нет, чат, что-то я делаю, походу, не то. По-моему, я сейчас занимался какой-то лажей. Это не точно, конечно. Почему, блин, банально тупо быстрого перемещения не придумали в этой игре вот именно такого рода места? Гораздо же было бы проще и более логичнее и правильнее. Чтобы каждый раз вот этой херней не заниматься, не бегать и не путаться, ну... Я не понимаю, куда мне идти. Полностью отвалился, да, мой? Зараза. Ладно, после стрима исправлю. Отвалился мой рассеиватель окончательно. Не понос, так золотуха. Блять, какой-то хуйней я занимаюсь. Игра прям против того, чтобы ее спидранили. Вот прям всем своим, блядь, нутром она мне говорит, не спидрань меня. Я ей говорю, я буду тебя спидранить. Она мне говорит, нет, не спидрань меня. Я возвращаюсь обратно, это я понял, но бляха. Ну куда? Зараза, мне идти. Так. Не беги, сосредоточься. Наверх, понятно, не получится, потому что наверху нет ничего. Здесь ты открывал эти хреновинки, здесь ты открывал эти хреновинки, бла-бла-бла. Здесь ты убивал первого босса, ты его убил. Открыл все эти хреновины, а что делал дальше, честно, вообще-то не помню. Блин, бомбит меня немножко от этого. В игре этот момент крайне тупо сделан на самом деле. То, что быстрые перемещения работают через задницу откровенно. И не получается нормально переместиться реально туда, куда тебе нужно. Работают они через задницу, только где-то вблизи, и то не туда, куда тебе надо. Не в той близи, в которой тебе надо, скажем так. Говёная тема, говёная. И чё? Нет, серьезно, и чё?
И чё? Так. У меня первый затуп в этой игре в подобном плане. Когда я не понимаю, куда идти настолько, что совершенно не понимаю. Подняться здесь я никаким макаром не могу. Игра явно на это не рассчитана. Если только, может, каким-нибудь багом, блин, но... Так я тоже, по-моему, не смогу, получается, да? А ну-ка я попробую. Херня какая-то, честно говоря. Просто полнейшая херня. Ну, может, где-то близко к финалу. Я могу как-то, блин, на какой-то... Загрузить игру, автосохранение 3. А сколько еще время? Бля, уже так много времени на самом деле. Оно все не заканчивается. Зараза. Оно все не заканчивается. Что, блядь, за галиматья? Ты издеваешься? Я не хочу тебе 3 стрима уделять, серьезно тебе говорю. Если и сделаю тебя, то только отдельно на прохождение до конца на ютубчике запишу. Но я не хочу даже это делать. Потому что, мать твою, у меня нет на это времени. Игра. Игра, делай что-нибудь. Игра, проходись. Завали. Так, все, я встрял. То ли я уже туплю после 5 часов стрима, то ли что-то еще, но скорее всего я туплю после 5 часов стрима, это факт. Но я не могу найти место, куда мне идти. А вы-то откуда здесь взялись, если я только что здесь был и вас всех поубивал? Уже после загрузки, какого хера? Там я был. Эту хрень я взял. Окей. Так, нет. Все. В душе не канаю. Окончательно, блядь, запутался. Вообще не понимаю, куда идти.
Чё-то у меня начинает помаленечку подгорать. Сильно подгорать. Ладненько. Дубль 2. Ведь мне так нравится заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Что пиздец, игра, ты даже не представляешь. Ты прям угадала, чем я хочу заниматься. А именно делать целое нихуя, бегая кругами по одному и тому же месту, мать твою. Какого хера? Ну, блядь, все забей, просто вообще, я не знаю. Ну, если сейчас не выберусь, то, наверное, я буду заканчивать стрим на том, что есть. Каких-то других вариантов я не вижу, а делать стрим, потому как я пытаюсь кругами выбраться из одной и той же херни, это вариант такой себе. Когда-нибудь, возможно, я ее отдельно на YouTube допилю, потому что делать по ней еще один стрим я явно не буду. А я более чем 2 стрима не хотел ее делать. И я так понимаю, осталось совсем чуть-чуть до прохождения, но я вообще не понимаю, каким хером выбраться из жопы, в которой я сейчас нахожусь. Откровенно не понимаю. Ты в говне. Я согласен, братан. Я вообще не представляю, что это за херня. Куда идти, я вообще не знаю. Вот, кстати, я сюда забрался. Может быть, я отсюда смогу хоть каким-то способом выбраться, бля. Это... Как вообще понимать? Игра, ты же понимаешь, что если сейчас ты мне не дашь отсюда выбраться, то я не смогу больше в тебя играть, потому что я просто не буду хотеть этого делать. Стримов по тебе больше не будет, девочка моя. Максимум, который я смогу сделать, это просто записать тебя на YouTube. Ну какого хрена? Ну мать твою, ну давай. Надеюсь, я вообще не в каком-то баге, который не позволяет мне вообще ничего сделать. Это было бы крайне не круто, потому что таким макаром я тебя даже на YouTube записать не смогу. Ну, замечательно, блять. Еще и этого мне сегодня не хватало в конце стрима. Ну просто супер. Ну вообще шикарнейший просто, блин, настроение после такого. Потому что вообще-то я вроде как сегодня планировал тебя закончить и выложить уже полноценно. Но вот если такая поебатня происходит, то извините, блять, меня. Разработчики. Никакого быстрого перемещения никуда, да, вообще никак. Никаких вариантов выбраться отсюда. То есть это что, фейл, что ли, полный или что? Зато у нас есть фоторежим, где можно выбирать поле зрения. А, отлично, это мы добавили, а адекватность в этом плане мы не добавили, да? Чтобы выбраться можно было.
Я сейчас так долго здесь бегаю, потому что я в любом случае буду делать нарезку этого стрима, как я уже говорил, по часику. Этот момент явно будет вырезан, потому что я здесь ничего не делаю, просто бегаю на его в задницу. Такое я, конечно же, вырежу. Но мне, как человеку, который хотел эту игру выложить сегодня целиком, конечно... Нихера не круто происходящее. От слова совершенно. Потому что мне что-то кажется, что я попал в какой-то баг. Я, конечно, не то чтобы уверен в этом на все 100 миллиардов процентов. Всего лишь на 500 тысяч миллиардов процентов, но... Я просто боюсь, как бы не зафейлились вообще все сохранения мои. Потому что кроме автосохранения здесь нет нихера, а автосохранение здесь этот вопрос... такое себе. Этот звук я раньше не слышал. А перепроходить ее заново, естественно, я не буду. Слушай, ребята, опустите меня к вам, а? Да, хорошо, можно я к вам, пацаны? В итоге, мне кажется, что в конце она просто забаговала. Я попал в то место, куда не должен был попасть, из которого нельзя выбраться. И все сохранения у меня в данный момент остались именно здесь. А я подумал, что меня спасут. О, меня, может быть, даже спасут. Я выбрался из говна, братан. Я выбрался из говна. Я выбрался из говна, господи, ура. Все, ей, 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 ей. Говно. Говно. Господи, боже мой, я выбрался. Это значит, все-таки был не баг. Но как-то не очевидно, если честно, это было. Я бы даже сказал, совершенно не очевидно. Или это я такой невнимательный, или я хз, но тем не менее. Кто мне это сказал? Рассказывай. Ты херосос. И ты в херососном месте. И из-за тебя херосос. Я испоганил себе настроение и потратил много времени. Херосос. Простите, бомбануло. Херосос. А в чем проблема? Кула пропала. А без ее данных наш проект обречен. Почему? Скрэмблер нужен, чтобы обойти охранные системы правительства. Но сперва его надо откалибровать под нынешнюю систему. Я послал Гула за нужными данными, но связь с ней прервалась. И только что мне пришло вот это сообщение. Ма,
знаешь, никакие они не бессмертные. Дохнут, как полагается. Я ее вытащу. Удачи, Рейнджер. Постарайся вернуть мне эту пьянчушку живой. Но ты в курсе, что у тебя в крови плавают на один нетронутый проект кинжал. Проект. Диалоги стал пропускать, потому что бомбанул. Потратил огромное количество моего времени в пустоту. Ох, и забрался же этот мразотный. Не забывай о главной цели. Так, где? Вот. Ну все, надеюсь, больше таких затупов не будет, и больше не будет таких подлагов, и, не знаю, неочевидных вещей, потому что хочу закончить. Дай. Завтра, кстати, послезавтра, я там думаю, стримчика не будет, надо отдохнуть, надо... Кое-что сделать надо, делами заняться надо, много чего замутить. Именно поэтому я так хочу сегодня эту игру пройти. Для того, чтобы сегодня ее выложить. Ну, не сегодня, скорее уже завтра, но выложить ее полноценным. Стрим на ютубе, получается, я закрою 6-часовой. Плюс-минус уже. Потому что все равно он будет делаться нарезками. Поэтому лайки придется ставить на все стримы. Да? Тебе в том числе, Суицид. Тачка класс. По большей части пушка у нее класс. Сторожевая башня правительства. Не, братан, придется. Никуда ты от этого не денешься. Ты уже дал обещание. Танк уперся в манекена, и манекен остановил танк. Реалистично. Более чем. Все издрам не знают, что... Когда у тебя... Хорошо. У Гула при себе должно быть устройство Локус. Их носят все торговцы информацией. Попробуй засечь сигнал на этой частоте. Удобная штука. Когда у тебя танки нападают, надо ставить манекенов. Танки боятся манекенов, и они такие типа, бля, манекен. Все боятся манекенов. Жалко, что этого убить нельзя. Так, найти гнездо этих самых приновин, да? И где оно, собственно говоря? Я могу сделать так, чтобы я его с этой тачки расстрелял. Наверное, скорее всего, нет. Это было бы слишком читерно, мне так кажется. Но это было бы здорово, потому что с этой машинки можно расстрелять за секунду. А где это гнездо? Блин, маленький робот и такой вонючий. Да когда ты сдохнешь, то господи боже ты мой, я в тебя с дробовика в упор, между прочим, стреляю. Мог бы чуть более уважительно относиться к этому.
и откидывается чуть-чуть быстрее. Ух. Долго же, ребята, вас убивать надо, а? Из чего же вы, мать вашу, сделана? Не из костей и плоти, это факт. Потому что даже в бронежилете с дробовика вот так вот пульнешь в упор раз пять, ну все, тебе трындец. Да не особо. Не особо, братан, вы бессмертны. Смотри, я тебе покажу. Смотри. Не, ну то, что ты живешь долго, это факт. Но явно не бессмертный. Я видел ВХ, да, у меня способность новая появилась. Где-то, видимо, там я ее выучил, я хз. Видимо, мне сейчас этот чувак в диалоге ее дал, просто я... Немножко бомбанул и пропустил диалог, так как, ну, ядрить колотить так нельзя, игра, что ж ты делаешь, прекрати его, боже ты мой. То, что было до этого с этим долбанным лифтом, просто мне не очень понравилось. И нахера мне вот эта крыша вообще сдалась, просто так теоретически, зачем надо было на нее подниматься, и что на ней можно было сделать такого, что сюда сделали аж целую большую отдельную, мать его, лестницу. Как ты еще жив? Тихо. Ты, конечно, не бессмертный, но ты мразота та еще. Честно, я думал, что у меня этот самый не выдержит форсаж. Что они меня прям в нем добьют, но получилось, в принципе, даже неплохо. Ладно, туда я не хочу. Да, если бы я еще и побочки делал, то я думаю, вся эта стрельба и одно и то же мне бы немножко поднадоело, это факт. Потому что побочки ничем не отличаются от сюжетки. И делать это было бы крайне долго. Но, наверное, есть такие задроты, которые эту игру пройдут на все 100%, включая те же самые побочки. Братан, а тебя там нормально внутри стенки-то вообще? Миленькая, миленькая. Наверное, зря я так сильно экономлю аптечки, потому что ведь если они меня убьют, то мне придется все это заново перепроходить, а это не очень круто. А с другой стороны, пипец, они меня дамажат. Не вставай, пожалуйста, не нужно этого делать, братан. Да когда же вы уже сдохнете и дадите мне миссию выполнить?
Этот, бляха, я смотрю, довольно-таки домашний. Но он туповатый. Поэтому я его смог без проблем прибить только за счет того, что он реально туповатый парнишка. Определенно он не блещет, поэтому пока я стоял наверху, он как идиот сидел внизу, да? Да, туповатый. Очень. Ух! Все, всех убил. Никого не оставил. Здесь тоже чисто. Задание выполнил? Нет, не выполнил. Найти гулу в гнезде пилошеев. Кто такой гулу, мать его? Гула, кем бы то ни был, я надеюсь, я иду правильно, иду к тебе. Потому что я в душе не канаю, кто такой, мать твою, гулу. Музычка в лифте такая. Вот не понимаю игры, 30 выстрелов в голову, такие вот шутеры. Но это же синглплеерный Була шутер, братан. Погибла, но сигнал еще идет. Она проглотила локус. Чтобы было попроще, тут можно выбрать уровень сложности попроще. Будет быстрее подыхать, но... Но, прости, понимаешь, просто... Придется тебя потревожить. А как она узнала, что она проглотила ее? Просто синглплеерные игрушки часто делают таким способом, что нужно выстреливать по 100 раз в голову. Это все-таки не онлайновый проект, поэтому здесь не нужно убивать людей, не нужен такого рода баланс. Ножки норм, да. И кишочки ничего такие. Плохие новости. Симпатичные. Я нашла гулу, она мертва. Проклятье. Мне будет ее не хватать. Прощай, друг мой, гула. Увидимся на том свете. За это она отдала жизнь. За локус. В нем координаты логова правительства. Иди туда, надо узнать, какая у них система безопасности. Уже туда направляюсь. По крайней мере, гула умерла не напрасно. Да, в этом бою она сражается вместе с нами. Угу. Только можно вопрос, как выбраться-то отсюда? Потому что я-то уже направляюсь, только я нихера не понимаю. А, вот так вроде бы, да? Нет? Да. Ура. Ух! Свежий воздух, свобода, ей! Подбамбливает уже немножко, на самом деле, ну ладно. Так, где, куда? Очень сильно подбамбливает то, что ездить надо за 3-9 земель каждый раз, когда ты делаешь новую миссию. Никакого тебе нормального быстрого перемещения. Игра говорит тебе... Новая миссия? Ну, пиздуй. 3 дня ехать до нее. Это, ну, такое себе, конечно. Ну, такое себе. Ловите, пацаны. Ой. Лол. Ну ладно. Не знаю, мирные это были ребята или нет, но, наверное, это уже и не столь важно. Игра как-то дольше, чем я думал, проходится. Это при том, что я, в принципе, спидранее бегу по сюжету, но количество боссов, сложность этих боссов и... затуп... дает о себе знать. И в итоге получается довольно долго. Но тачка стреляет, еще раз говорю, круто. Наверное, единственная пока тачка, которая мне нравится по стрельбе, потому что все предыдущие были отвратительные. Да, есть такое. Ну, тут геймплей неплох, но вот долгий сюжет по... именно катанием машин — это жопа. Согласен. И если выполнять все побочные задания,
то они здесь все абсолютно одинаковы. Зачисти то, сделай это, зачисти башню, иди зачисти ту башню, иди зачисти тот форпост, и все это происходит совершенно одинаково. То, как вот мы до этого происходили все миссии с целой кучей людей, ты их просто убиваешь, и на этом все. Ну, такое себе, как говорится. Поэтому я говорю, здесь нельзя делать... Точнее, можно, но не вижу никакого смысла делать побочки. Причем самое обидное то, что побочки тебя делать заставляют, потому что если у тебя не прокачан уровень на нужный ОНПС, то он не дает тебе сюжетное задание, и ты вынужден прокачивать уровень, делая побочки. Но благо все-таки это делается относительно быстро. Гула не преувеличивала. А вот если бы вообще не делалось, было бы лучше. Вот они-то ее и поймали. Попробуй пробраться внутрь и добыть для меня сведения. Только осторожно. Саваны очень опасные мерзавцы. Будут тебе сведения. Говорю же, саваны смертны, как и все. Угу. Учитывая то, что я уже столько их прибил, поэтому говорить уже как-то глуповато. Ясно одно. Правительство эту базу забросило. Думаешь, получится? Конечно. Вряд ли саваны что-то переделали. Подкрасили и выдали за свое. Через эту базу наверняка можно выйти на правительство. Я подошел к пацану в упор, он даже меня не заметил, пока я не кинул в него эту штуковину, лол. Ой, хочу уже пошустрее пройти. Первые 5 часов нормально, вторые 5 часов заябывает сильно. Даже разнообразить геймплей скиллами у них не удалось, потому что скиллы на самом деле не сказать, что сильно решают или сильно роляют. Они также на самом деле нифига не дамажат, и от того, что они у тебя есть, мало довольно-таки толку. Я тут вижу жучок впечатляющих размеров. Саваны прикрутили старый компьютер к каналу связи правительства и вполне успешно качают оттуда данные. Ну так они сделали работу за нас. Давай загрузи на локус все, что получится. А как? А? Ага. Я бы не выдержал. Ну, я хочу закончить. Понимаешь, оставить на запись игру, которая не закончена на полпути, это будет как-то очень глупо. Ясненько, понятненько. Так, вернуться к маршалу. То есть мне уже сюда. Все. Вы мне, получается... Ага. Вы мне, получается, не нужны, но... Но игра говорит, что нужны, да? Как нормальный человек я бы просто ушел, а как глупый человек я останусь и буду здесь торчать и убивать вас. Окей, я могу просто пробежать мимо. О, надеюсь, что да. Где вас носило, когда надо было завалить армию саванов? Возвращайся. Эта информация поможет мне мигом закончить скрэмблер. Нет, смотри-ка, я поступил как умный человек, я смог. Скоро буду. Удачи, пацаны, счастливо. Я вообще вас не знаю, знать не хочу. Мне это не вперлось. Погоди. Я, во-первых, хотел вызвать не тебя. Я хотел вызвать вот эту вот штуковину. Желаю удачи. Давай. Эта штуковина мне нравится немножко больше, потому что она, во-первых, выглядит эпично, а во-вторых, стреляет. Мощно. Я уже просто думаю, что тут реально осталось недолго. То есть, в принципе, мы уже подходим к концу сюжета. Я в это верю. Это танк.
Это многотонный, огромный, здоровущий танк, который споткнулся об камушек. Об машину обгоревшую. Он не смог ее отодвинуть, и мы только что видели летающие деревья. Это также нормально. Это выглядело странно. То, что танк не смог сбить горящую такую вот полуразвалюху такую. Потому что, признаюсь честно, я вообще думал, что я ее собью. Да, я с тобой согласен, братан, но у меня же другая ситуация, ты же понимаешь. Ну, я завтра буду отдыхать. Ну, как отдыхать? На самом деле я не буду отдыхать. Я буду кое-что пилить для Ютуба. Не стрим, а уникальное, скажем так. Но стримчика не будет пару дней, это точно.